Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Ну что, мои хорошие, наконец-то добралась я до кухни, показать вам ее конечный результат, ну и немножечко с вами пообщаться. И в начале ролика хочу поблагодарить вас за очень теплые отзывы. Я вижу, что видео даже уже по истечении 3 дней почему-то набирает просмотры. Я понимаю, что вы ждете мои ролики, что вам нравится их смотреть. И мне это очень греет душу. Все вы знаете, что монетизация для нас отключена в России. И... казалось бы, никакой мотивации нет. Но вы знаете, да, конечно, это неприятно. Хорошо, когда труд оплачивается, но поверьте, иногда просто очень хочется с вами пообщаться, можно сказать, бесплатно. Хотя все блогеры, это не секрет, пришли на YouTube, чтобы заработать. Ну ничего, может быть, времена изменятся и... все придет на круги своя. Итак, вот показываю вам конечный результат кухни. Вот так вот сейчас она выглядит. Извините, может быть, где-то не совсем, так скажем, идеальная чистота. Сейчас много работы за стенами кухни, вне дома, поэтому... уж извиняйте. Сделал лёшек из кварц-винила, то есть то, что на полу, то и вот здесь. Влагостойкий, 100% влагостойкий материал. Очень красиво гармонирует со столешницей. Был ролик как-то, когда еще кухня не была собрана, только была куплена столешница. И как-то рядышком я показывала вам, они... не очень гармонировали. И я все думала, ой, я, наверное, ошиблась выбором столешницы. Ну, вот оказалось, что не ошиблась. И все прекрасно гармонирует. Вот здесь вы можете наблюдать вот так интересное такое решение. За дешево 135 рублей в светофоре покупались вот эти светильники, которые я оклеила потом мешковиной, чтобы рассеивался свет. И сейчас они здесь у нас работают. Вечером очень красиво. Вот так вот в разбежку это смотрится. Это и как дежурный свет. Я вообще верхний свет не люблю, редко пользуюсь верхним светом. Все, мне больше нравится бра. Вот такие аккуратные светильнички с ненавязчивым, спокойным светом. В общем, здесь все вот так вот выглядит. Можно включить один, можно включить два. Видите, задекорировала я вот этот выключатель здесь вот искусственной. Искусственными цветами из фикс-прайса. И смотрится вполне себе хорошо. Лёшек сделал здесь розетку. Помните, я вам говорила, что будет крепиться к шкафу. Но жалко мне стало шкаф. И, в общем, получилось вот так поднять. Она была немножко ниже. Не хватило кабеля. И там что-то из кусочков делать, это не очень... хорошо. Ну, я вот так вот задекорировала ее. Может быть, еще что-то придумаю. Вот такой вот сеткой из подноса. И вот так, ну, ничего так смотрится. Вот здесь вот еще есть свет, который освещает мойку. Хорошо мыть посуду. Но есть еще и посудомоечная машина. Я вам показывала как-то. Вот здесь она... кастрюля стоит с водой. Это на всякий случай, когда у нас выключают воду. Но в последнее время что-то не выключали. А то прям был месяц, я прям расстроилась. Оказывается, была
сильная авария на линии, и они там в течение 2 недель устраняли. Сейчас этой проблемы нет. Повесил Лёшек еще рейлинги. Видите, очень удобно. Одноразовые салфетки. Здесь вот такая полочка. Это все я забрала со старой квартиры. Это все IKEA. И рейлинги IKEA, и вот эта вот полочка, на которой стоят чашки ходовые, из которых мы пьем там по утрам кофе, чай. Ну, об этой решетке я вам уже говорила. А здесь тоже продолжение фартука. Вот. И тоже рейлинг, но немножко другой. Вот вы видите. И удобный органайзер для крышек. Поставил сковородку. В общем, здесь основные ходовые крышки. Те сковородки, которыми я пользуюсь для них. Кастрюли. Ну и вот этот кухонный набор всякой кухонной утвари, это тоже IKEA. В свое время я очень часто посещала этот магазин в Москве и покупала, ну так скажем, недешевые товары. Вот оно все здесь. Нержавейка, очень много кастрюль у меня из нержавейки. Стекло на Озоне покупала. Вот здесь вот. И фартук до конца. Еще не наполнила вот эти стаканчики специями. Здесь у меня только корица. Очень люблю корицу. Ну и там что-то наполню всякими приправами и специями. Купила, вот недавно мы были в светофоре, и купила я вот такой вот набор специй, а они, оказывается, с мельницами. Ну, то есть я не могу, если только разбить и вытащить. Вот я купила для тех, чтобы наполнить эти стаканчики, но получилось, что там мельница. Но ничего. И вот, друзья, посмотрите, здесь еще я прикрепила дополнительную полку. Здесь всего было 2 полки. Но 2 полки это мало, то есть неэффективно используется тогда шкаф. Перекрасила я в белый цвет старую, ну, полку со старой кухни. И вот сюда ее прикрепила. То же самое я сделала и с этим шкафом. Здесь тоже сейчас 2 полки. Но здесь они немножечко разнесены по высоте по-другому. Здесь полка тоже была из IKEA. Я немножко ее выпилила, подогнала под размер. Посадила вот здесь вот на такие барашки. Вот. И получилась вот такая полочка. Да, кстати, очень удобная под пиво. Вот эти вот стаканчики продаются в светофоре. 100 с чем-то рублей пара. Ну, а этот кофейный набор, это... В свое время я покупала в Египте. Вот, так что в этом шкафчике тоже 3 полочки. Вот так вот сейчас выглядит наша красивая и очень удобная кухня. На днях поменяла, что-то мне захотелось тигрового. Меняю здесь покрывало, и меняется, соответственно, кухня. А теперь, друзья, мы находимся с вами в нашей прихожей. Здесь мы с Лёшиком очень хорошо поработали. Если вы помните, вот здесь торчали трубы. Это водяные трубы, которые идут в ванную. Вот здесь тоже была дырка. Лёшик вот заделывал. Вчера я с этой стороны содрала практически остатки обоев. Вот осталось внизу немножко. И закрыл вот это все безобразие, все эти трубы, Лёшек, вот такой панелью. Эта панель была у нас на потолке. Мне ее нужно будет покрасить. Не очень она мне нравится, в белый цвет. Там вот эту щель закрыть плинтусом потолочным или карнизом.
А вот здесь тоже шли трубы водяные, повторюсь, на отопление. И Лёшек их закрыл вот так вот брусом. А брус будет краситься в белый цвет. А вот здесь, вот в этом треугольничке, будет красоваться декоративный светильник. Вот к нему мы с вами и подобрались. Вчера или позавчера я штукатурила стены под плиточку. Вот. Но здесь еще нет финишного слоя. Да, спрятал Лешек. Вот здесь проводка была внешняя, теперь внутренняя. Вот вы видите, даже кабель-канал там просматривается, но его не будет видно. Он будет под плиточкой. И повесили, Лешек повесил вот здесь вот люстру, которая раньше была в нашей спальне. Вот здесь нужно будет заменить лампочку. Не нашла я вот такого холодного цвета. Сюда подходит больше холодный цвет, потому что потолок белый. Вот эта панель вот такая же на потолке. И вот она сейчас вот здесь вот. Вот так. Единственное, что здесь не стали переделывать, но это нужно было вскрывать потолок, выпиливать там, ну, некрасиво, много работы. Вот здесь только осталась вот такая внешняя проводка, но ее здесь практически не видно. И чтобы здесь не выбивать, выпиливать, здесь, кстати, ОСБ, и это тяжело делать в ОСБ, потому что это дерево, нежели в гипсокартоне. Поэтому Лешика я попросила поднять выключатель максимально высоко. И вот тоже осталась проводка открытая. Но ее не будет видно. Здесь будет полка для головных уборов. И здесь также будет вешалки. Вешалки я вам тоже покажу. Я их тоже переделала. Они были другого цвета. И киевские две вешалочки. Ну, а здесь будет стоять диван. Он сюда очень хорошо помещается. Который сейчас стоит на кухне. На кухне будет стоять другой диван. И вот, друзья, хочу вам показать светильник, который я сделала самостоятельно. Если вы помните, вот эта лампа дешевая, тоже, по-моему, 400 рублей или 360. В светофоре я зимой покупала. Их у нас две. Одна красуется вот здесь вот в нашей гардеробной. Вот вы можете видеть, как она выглядела. Вот. А вторую я переделала. Итак, что же мне понадобилось? Ну, собственно говоря, сама лампа обычная, купленная в светофоре. И вот такая салфетка. Салфетка это что-то типа пластика, типа резины. Покупала я ее в фикс прайсе. По-моему, 145 рублей. Вот отрезав, вот вы видите, я здесь вырезала. Отрезав по размеру эту салфетку, я просто приклеила ее к лампе и заправила кончики вот сюда. Вот вы видите, вот сюда. Прошу прощения за мои ногти. Сейчас некогда этим заниматься. Что в перчатках работаю, что без перчаток. Все равно они ужасные. Вот. И получилась красота красивая. Потом одна лампа у меня сгорела. Вот эта за 135 рублей маленькая, которая я от нее отрезала провод. И попросила Лешика присоединить к этой лампе. Здесь не было вилки у этой лампы. Здесь просто был вот такой кусочек провода. Вот Лешик присоединил. Вот эту изоленту ее не будет видно. И еще есть выключатель. Вот, в принципе, и все. Сейчас я вам покажу, как эта лампа работает, как она светит и какая получается красота. Вот посмотрите, как это смотрится.
такой рассеивающий свет. Конечно, камера не совсем передает всю прелесть, но поверьте, это такой определенный, ну я не знаю, ну релакс, что ли. То есть из яркого, очень яркого дневного света лампа превратилась в вот такой приглушенный свет. И все благодаря вот этой дешевой салфеточке. Сейчас я вам еще, мы перейдем в комнату отдыха или в рабочий кабинет. И я вам покажу, куда еще можно применить эту салфеточку. В фикс-прайсе, кстати, их несколько расцветок. Серые, розовые и вот такие бежевые. Но бежевую я всю забрала. Во всяком случае, у нас в фикс-прайсе. Если у вас в городе несколько фикс-прайсов, то можно поискать бежевый ходовой цвет. Вот, кстати, эта же салфеточка вот здесь вот и на обеденном столе под вот этой пленкой, скатерть-пленка, которая... Вот она. То есть я разрезала на две части. Здесь практически не видно соединения. И вот так вот это смотрится. Монька к нам пришел. Кстати, Моньке заказала я шлейку. Шлейку-жилетик. Хорошую такую, дорогую. И сегодня, скорее всего, мы пойдем с Монькой гулять. Еще заказала ошейник. Но ошейник противоблошиный, антипаразитарный, придет 24 мая. А сегодня уже придет шлейка. Он так рвется на улицу, ему так хочется гулять, но отпускать одного я, увы, его не буду. Он прям, вы знаете, просится, протягивает лапки. Я же его выносила на улицу, и он это запомнил. Вот протягивает лапки, начинает мурчать, на ручки просится, думает, что я пойду с ним гулять. Да, мое солнышко, пойдем мы сегодня уже с тобой, Монечка, гулять. Тем более такое солнышко. Ну ладно, давайте пройдем в комнату отдыха. И я вам покажу, куда еще я применила эту салфетку. Посмотрите, какие прекрасные получились гардины. Очень сейчас солнышко будет более агрессивным. Я надеюсь, что к нам придет тепло. О погоде поговорим совсем скоро. Но сейчас вот об этих салфетках. Вот так вот они просто четко, тютелька в тютельку попали по размеру. Там они просто на скотче. Ну, вы, может быть, что-то по-другому придумаете. Но я пока вот посадила на скотч и любуюсь вот этим рассеивающим светом. Вот так вот выглядит сейчас комната. Моня, я тебя чуть не раздавила. Ты прям под ноги лезешь, да? Прям под ноги. Монька завалила полку, вот эту, которую я сюда прикрепляла. Лешек ее переделал. Теперь она мертво стоит и сидит, потому что здесь, вот видите, насквозь вот такие вот как бы с заклепками крепления сквозь полку и сквозь вот этот кронштейн. И сейчас она держится хорошо. Он на нее прыгнул, и она завалилась. Да-да-да-да-да-да-да. Вот он показывает, как он это делает. Здесь еще Кузьма у нас отдыхает. А может быть, от того, что я поставила тяжелый вот этот ящик с пряжей, теперь я даже при такой крепкой полке ставить туда его не буду. Вот так вот сейчас все это выглядит. Сюда я тоже затенила, нашла старые остатки. В общем, это была занавеска, потом я из нее что-то там делала, типа покрывала с такой вот оборкой. А теперь вот отпорола, и здесь тоже держится просто на крючочках вот здесь и в натяг.
И тоже вот так вот все это затеняет. И получается такой уют. То есть солнце не греет, а слишком комнату. Ну, а когда будет очень жарко, я вам уже показывала, мы с вами делали вот такие заслонки для окон. Как хорошо, что я тогда не послушала по отзывам, что можно приклеить самоклеющуюся пленку на окна. Ее потом не отодрать, это потом менять окна. Так что, видимо, интуиция сработала. Вот так вот сейчас это смотрится. Вот такая красота. Кстати, вот эти свечи, купленные уже больше месяца назад, до сих пор пахнут. Удивительно. Я иногда здесь на полчасика прилягу и прям ощущаю этот аромат. Так, что еще здесь вам показать? Вот эти шкафчики стоят. Вешать их уже некуда. Некрасиво. Можно, конечно, было бы вот сюда повесить, но это было бы уже перебор, нагромождение. Поэтому эти шкафчики будут напольные. Здесь есть двери, не прикреплены, но они есть. То есть будет вот такая длинная тумбочка на ножках. И будет стоять вот здесь. Когда уберется этот диван, диван-кушетка, он пойдет на кухню. А вот здесь вдоль окна будет стоять вот эта тумбочка. Недавно были в магазине, и я видела вот этот шкаф. 33 800 сейчас он стоит у нас в Чаплыгине. Если помните, что я отдавала за него и за две тумбочки 25 тысяч вместе с доставкой. Так что вот так вот, друзья, у нас все подорожало. Ну, а теперь немножко о погоде. Вот две лампы, которые я вытащила сегодня уже после ночи. Два старых одеяла, которые здесь были в сарае. И один масляный обогреватель сейчас стоит в теплице. А все дело в том, что вчера вечером МЧС Липецка прислала, что у нас будет аномальный холод до минус 10. Я когда прочитала это сообщение, я была в ужасе. Лешик красит крышу, мне нужно быть с ним, а я бегу, открываю теплицы, срочно их поливаю. Вы знаете, да, что перед морозом лучше полить растения и укрыть. Будет испарение, и они и так сохранятся. А в итоге это была ошибка. Через час или через два пришло сообщение. Ну, в общем, они нолик ошиблись. Не минус 10, а минус 1. Ну, так, наверное, у нас и было. Вот этот парничок я укрывала вот теми ватными одеялами старыми. Там в парничке стоит дуршлаг со свечой. Ну, она уже, конечно, сгорела. Вот в этом парнике я ставила лампы керосиновые. Вот. Было тепло, кстати, и утром. Видите, все целое, все живое. Здесь вот делала такую приблуду, там такая, не знаю, что это было, металлическая штука. На нее ставила, под нее, вернее, высокую лампу керосиновую. На нее вот там вот лоток с водой, и лампа грела эту воду, и шло дополнительное тепло, дополнительное испарение. Вот такая погода у нас в Липецкой области. А здесь вы видите, ух, тут сейчас тепло. Надо будет, наверное, даже уже открыть, уже жара. Вот, а сюда притащила масляный обогреватель. Это еще когда у меня сынок был маленький, родился. Вот, кстати, 2000 год был таким. И я помню, на пражском рынке мы в срочном порядке в мае, он родился в феврале, а мы в мае поехали покупать обогреватель, потому что отопление выключили, это в Москве было.
и холодно было в квартире. Холодная весна была. Вот, наверное, 2000 год таким и был. И мы купили этот обогреватель и включали, потому что грудной ребенок, сами понимаете, пеленки, кормление, купание и холод. И вот я его притащила. Вот ему уже 22 года, этому обогревателю. Тогда был пражский рынок. Большой он и сейчас там есть, электронный рай. Но тогда он был немножко в другом месте. Вот. И вот на минимуме работал обогреватель всю ночь. Вот такие помидорчики. Мне кажется, они прям подросли. Утром здесь... Я пришла прям в 6 утра посмотреть, как тут мои растюшки. Здесь было 18 градусов. Не знаю, сколько было в тех парниках, но здесь было 18 градусов. Вот что-то испортились два мои помидорчика. Вроде макушечки такие зелененькие. Не знаю, посмотрю. Еще два денька понаблюдаю. Посмотрю. Вот только эта пара. Не знаю, что случилось. Вот, ну если что, заменю, подсажу. А вот эти я забирала даже в дом. Я не знала, если минус 10, что будет здесь в теплице. Но вот не было минус 10, может быть минус 1 и был. Потому что клубника была белесая такая после ночи. Значит, морозец все-таки минус 1, наверное, был. Вот. Ну а сегодня забирать не буду. Сегодня нам тоже говорят, что будет минус один или один там. Ну, в общем, теперь я знаю, что обогреватель греет хорошо, поэтому рассаду уже таскать не буду в дом. Вот. Вчера докрасили мы крышу с той стороны. Я весь день Лешика страховала, как могла. Устал он, конечно, очень, но это еще не все. Это только мы покрыли грунтовкой, а еще сверху будет резиновая краска. Кстати, друзья, ой, сейчас вернусь, покажу. Вот здесь придется опять крышу переделывать. Представляете, одна и та же грунтовка. Две банки мы покупали на Озоне. Хорошо, что мы не купили больше. Ну, помните, я говорила, что производитель ошибся с расходом. И мы посчитали, что нам хватит две банки на всю крышу. Да-да-да, конечно. Но это было плюс. Вот посмотрите, все облупилось. Вот та краска, которую покупали на Озоне, она вся облупилась. Вот это все опять нужно снимать и перекрашивать грунтовкой. В нашем магазине строительном другую мы покупали, такую же. И вот та другая, во-первых, по расходу меньше, и она качественная. Вот, представляете, у бабаха денег, да? И вот так вот все поздувалось. Хорошо, что мы сразу не покрасили эту грунтовку резиновой краской. Теперь вот это все будем счищать и заново красить. Вот такие вот дела. Но уже не пойду, друзья, на ту сторону. Но вчера мы наблюдали, как люди идут по улице. Все смотрят на нашу крышу и не узнают ее. Из такой ржавой она превратилась в такую красавицу. И то это еще не все. Сейчас я все-таки уже дошла я до калитки. Лешик поехал в магазин. Вот, покажу вам эту крышу. Дожди не давали нам заниматься крышей. Только вчера был первый день без дождей. И сегодня. Вот видите, как сейчас смотрится наш домик. Это, конечно, небо и земля. Все, мои хорошие, уже видео затянулось. Наговорилась с вами, отвела немножко душу. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.